Сейчас будем разбираться. Алло, да. Что там за пленка? Что то за пленка сверху? Что то за... Я... Простите, пожалуйста, Юлечка вот попробовала, и Николай, ну, сходит к мнению, что это все-таки этот матрас. Что, Скажите, а вы, пожалуйста, послушайте, а вы для чего там? Чтобы они сходились во мнении, а документация, название, артикул, что значит сходится во мнении? Это тот матрас, который я заказывал, или не тот? А что же девочка вчера сказала, что это не тот матрас? Что тот они не делают, а вы сделали другой? Нет. Вот Николай вышел, все сравнивает, вот все написано. Вот, Нет, мне да. интересно, почему девочка в Название. магазине сказала... Объясните, пожалуйста, девочка положила матрас на заднюю вот эту часть. Хорошо, да, я это понял, я это понял, я не дурак. Я спрашиваю, почему девочка сказала, что те матрасы, которые мы заказали, они не делают, а они сделали другой. Это она с чего взяла? С какой стороны матраса она это взяла? С какой стороны матраса она эту информацию прочитала, мне интересно. Не знаю я, ну, Александр, ну, простите, пожалуйста, но я извиняюсь перед вами. Ну, вот Николай еще лег. А почему он в пленке? Но дело в том, что мы не имеем права вскрывать пленку, потому что если вы все-таки пойдете на возврат, согласно законам прав потребителей, мы должны сохранить целостность упаковки. Понятно, то есть покупается кот в мешке, да, непонятно что, и мало того, нам говорили, что вы сперва оплатите, потом мы вам выгрузим, а потом, если, а потом бы что было, если бы вы мне его выгрузили, мне он не понравился, я разрезал пленку, полежал, чтоб потом было. Значит, мне надо сертификаты, все документы, из чего оно сделано, все, все, все подробно. Я понимаю это. Я надеюсь, что вы понимаете. Если что-то там не так, вы имеете полное право в течение 10 лет обращаться к нам, и мы обязаны отреагировать на ваши претензии. Ну это, я это слышал. Согласно договору, который мы Я составили, это вы должны слышал. Ну, матрас. вот я это от вас слышал, но по факту вы сейчас говорите, что мы не можем снять пленку, потому что если вы захотите возврат, то уже проблемы. А если же он сломается через 3 года, то тогда что будет? Понимаете, если вы его не захотите, если вы откажетесь, придут другие клиенты, и они зададут тот же самый вопрос, почему матрас не упакован. Ну, ой, Все матрасы приравниваются к нижнему нательному белью. Их изготавливают, отправляют в лабораторию, где проверяют нажатие, удары, ну, короче, на все на свете. И тут же их запаивают. Потому что матрас приравнивается и матрасы, и постельное белье, и подушки к нижнему белью. сказать честно, Понимаете? смотрел вот эти матрасы, потом в Ютубе, именно вот эти из города Ковров, как их разбирают, насколько там экономят эти пружины. Что эти пружины сшиты вот в длину, а в ширину они между собой склеены. И когда лежит клиент на них, постепенно вот там, где оно склеено в длину, оно, клей разлазится, получается яма. Я поняла, я вас услышала. Самвел, я даже знаю, кто это пишет. Это не пишет, это я смотрел много видео в Ютубе и не Да, один. я согласна. Я даже знаю, кто это выкладывает. Я не буду просто показывать пальцем. Ой, ну, я не знаю, что вам сказать, но просто я очень офигел вчера от разговора с вашей сотрудницей. Естественно, это все есть в Ютубе, и этот разговор тоже будет. Ну, понимаете, что она мне говорит, мы и так вам пошли навстречу. На какую встречу? На встречу можно идти на трассу, а не ко мне. Я уже там ему хорошо рассказала, что она не хотела нам ни в салоне матраса. Что Потом это я были за делаю. что это были за ухмылки? Мне интересно, ваши сотрудники спят на матрасах за 60 тысяч? Или подешевле все-таки? Что они ухмыляются, когда Извините, клиент пожалуйста. просит их посмотреть матрас, извините, за 60 штук?
Извините меня, пожалуйста, Я посмотрел, извините. сколько эти матрасы стоят на сайте в городе Ковров. Какая тут накрутка. Я все прекрасно понимаю, что надо заработать. Но помимо того, что надо заработать, надо уважительно относиться. Но я еще раз прошу у вас прощения Я за вас услышал, надо вся документация на матрас, клея, которые используются полностью, вся документация. Здесь клей не используется, здесь идет сборка вручную. Хорошо, Вся оставим. документация, чтобы была все документы на матрас полностью. И тогда пусть, если все нормально, Коля оплатит. Все. Хорошо, только это будет не сейчас, не сегодня. Я обязательно дам запрос на Киев. Хорошо, Я вас да. слышала. Спасибо вам М-м-м, до огромное. свидания. Слышишь? Да, Коля, что? Ну что, СМВ? Ну что, такой матрас? Мы полежали, вроде похож на тот. Что значит вроде? Название, документы на него. У нее нету на нее документов. Она сказала, что они должны подать запрос в А как Киев. это? А как это приходят документы? Что, без матрас, без документов приходит? Как это? Она сказала, мы такие знаем, что Вернись в магазин. сказала, А ну мы такие вернись в знаем. магазин. Вернись в магазин. Вернись в магазин. Я не могу понять, что происходит. Я хочу, я хочу спросить, а матрас вам что, приходит без документов? Вот я покупаю любую технику, любую простынь, на нее есть какая-то сертификат, какой-то документ, а это матрас за такие бабки. Он приходит к вам без документов, без названия, без паспорта, без тем, как за ним ухаживать. Как это? Это что, шили где-то в подвале? Написано у вас в договоре, как ухаживать за этим матрасом. Мне не договор, мне надо паспорт. Паспорт на изделие. Где он? Вот я покупаю стиральную машину, там есть паспорт. Я покупаю телевизор, там есть паспорт, инструкция. Где документ, где название этого матраса? Где документ с этим названием? К нему должно идти какое-то название, или это сшито в подвале где-то? Эта фирма King Coil так продает свои матрасы? У нас King Coil, единственный представитель официальный, находится в Киеве, который работает с Германией и по желанию с Америкой. Единственный в Киеве. Я не понимаю, матрасы приходят что, без документов? Просто кто-то их сшил и прислал или как? Вы видите вот это? Нет, я не вижу вот это, я вижу вас. Ой, извините. Я это вижу. Мне надо документ на матрас. Я повесить могу туда все, что угодно. Сейчас я туда свою кнопку Ютуба повешу. Мне надо документ на конкретный матрас с названием. Хорошо, я закажу в Киев, к вам придут эти документы. Просто почему? Вам откуда этот матрас? Из города Ковров прислали? Нет, нам прислали на нашу базу в Киеве. Откуда? С города Ковров. А они присылают без документов матрасы? Просто так? Нет, у нас основной офис находится в городе Киев. Естественно, на каждую единицу матраса они не дают. Все хранится в городе Киев. Мы сейчас дадим запрос, и вам все это придет. Вы знаете, очень какая-то странная схема. Вот я вам честно говорю, что-то в этой схеме нечисто. Потому что такого не бывает. Это матрас каждый, он индивидуальный. Это понятно, что это серийное какое-то производство. Ну, стиралки Samsung тоже их сотнями, тысячами делают. На каждой есть паспорт, на каждой есть какой-то гарантийный талон, на каждой есть документ, какой-то номер, что-то опознавательные знаки какие-то есть на каждом матрасе. А у вас что? Вот, пожалуйста, вот опознавательный знак. В Где? вашем договоре точно такой же. Вот и штрих-код, и Я не все вижу, я не вижу, есть. что там вы показываете. Вот это весь документ, вот тот штрих-код, да? Николай. Я же смотрел, да, название сходится, но какой-то же документ должен же быть, из чего он составлен, матрас, когда, что, на какой фабрике изготовлен. Что, какой-то материал Ну есть. да, что это, я не понимаю, что это кустарщина какая-то получается или что? Нет, это не кустарщина.
Я вам обещаю, что... Хорошо, все, тогда мы ждем документы, добренько, все, ждем документы. Ну, просто документ, понимаете, мне дадут, а где гарантия, что это именно... Я, как я предполагал, придет матрас запечатанный, с каким-то паспортом, с каким-то документом, с каким-то опознавательными знаками, с какими-то фирменными знаками. Это ж не 2000 стоит матрас, а две штуки, извините. Понятно, что он у нас две штуки стоит, а там он 4 раза дешевле стоит. Ладно, все, ждем документы, тогда будем дальше говорить. Ребята, вот понимаете, вот что это? Как это называется? Ну как это называется? Сладко стелят, мягко стелят, жестко спать, вот как это называется. Тот матрас, оказывается, тот, и теперь название уже то не той стороной, извиняются, извиняются. Мне извиняться не надо. Мне надо документы на матрасе, с чего оно сделано, что и как. 10 лет гарантии они мне вернут. А пленку снимешь, уже проблема вернуть. Интересно, девки пляшут. Эпопея. Я там ошибся, там не мир матрасов, это находится мир... мебельный квартал на Кирова, и вот эта вот фирма арендует, вы это видели, что мне это твое Кинкойл, я себе закажу, пойду такую тоже повешу Кинкойл. У нас единственный представитель в Киеве Кинкойл, официальный, город Ковров. За такие бабки, не знаю, что там должно быть в матрасе. И паспорт, и документы, что бумажки никакой, или просто общий сертификат на все матрасы. Ну, ребята, вот вы покупали матрасы когда-то. Вам дают какой-то паспорт матрасы? Есть какой-то бумажечка, извините, что это, как это, как за этим ухаживать, как это переворачивать? Это же не стоит 20 гривен, извините. Тут он на этом написано, что как не мазать под мышками, понимаете? Ты покупаешь какой-то чайничек, там есть инструкция. Ты покупаешь какой-то фен, там есть хоть небольшая инструкция какая-то. Ну то техника, ну да. Ты покупаешь простынь, там тоже написано, с чего она сделана, размер, там, при какой температуре стирать. А это вещь, даже на вещь, на, а это что? В договоре у меня написано, в чем тут договор? Договор у меня может быть один, а товар прийти совсем другой. Вот написано, понимаете, что и откуда. Интересно. Извините. Позвонил, значит, в официальное представительство Кинкойл в Киев и спросил, говорю, как вы продаете матрасы? Вот я с ними вчера разговаривал. Они говорят, мы работаем с Германией, с Америкой. С Америки очень долго ждать. Есть у нас, которые есть размеры, там, допустим, можно сразу новой почтой или чем-то пришлют. Да, не в пленке, их нельзя снимать по новому закону, но внутри у нас есть паспорт производителя. В каждом матрасе он так вставлен сбоку, что виден этот паспорт. То есть из чего он сделан, какой он, все, ну как бы документ. Я говорю, спрашиваю, вот сейчас позвонил Коре, говорю, спрашиваю той продавщице, есть ли у них паспорт внутри матраса. Если паспорта нет, ребята, ну что это как? Ну что это за кустарщина тогда? Ну как это тебе производство сделало матрас какой-то дорогущий, и тебе не положило туда паспорт? Значит, не настолько он дорогущий, не настолько он, понимаете? Такие бабки вываливать за то, за что ты не знаешь, я не готов. У нас на руках первый документ, это высновок Державной санитарно-эпидемиологической экспертизы о том, что матрасы, вот этой серии, здесь перечислены все серии, в том числе и та серия, которая у тебя в лакшере, они соответствуют всем эпидемиологическим нормам. Есть мокрые печати, печать ОСКОН товарищества от страны производителя Российская Федерация, город Ковров. Дальше у нас на руках сертификаты качества, заверенные главным экспертом, подписанные. Номер есть государственной регистрации, также документ о лицензии и о том, что представляющие право использования Кинг-Ойл, штат Иллинойс, США, как бы заявляют о том, что город Ковров, Российская Федерация, имеет право на изготовление данной их продукции в этом городе. Хорошо, это понятно. У вас есть такие документы на руках. Как понять, что этот матрас имеет отношение к этим документам? Этот матрас заявлен в этих документах. На нем что есть? Опознавательные знаки? На нем есть опознавательный знак о том, что это матрас,
на самом матрасе написано матрас серии Heaven Luxury, правильно? И в этих документах, в сертификатах регистрации и в выставке санитарно-эпидемиологическом есть прописано эта серия матрас Heaven Luxury. Угу. То есть нету такого, что есть вся линейка, а именно этого твоего матраса нет. То есть на самом матрасе есть... На самом матрасе написано Heaven Luxury. А где это написано? Это написано на упаковке, и внутри на самом матрасе есть вот как... Бирка, как бирка такая, бирка, кожаная. Бирка с кодом, тем же, что и наверху на пленке. А вот эти, кодов нету там, вот, где перечислены есть серии? Есть код. На самом матрасе есть. А в документах нету, да? Нет, в документах нет. Ну как, это партия, это серия, они же разные. Угу, код это же уникальный, я так думаю, код, который предоставляется на... каждому матрасу присваивается, соответственно, новый код. Но серия одна, то есть партия одна. Не, имею в виду штрих-код. Вот знаешь, как по штрих-коду... Там есть код что-то 2008, и как бы это на бирке написано, на самом матрасе, на бирке. Ну, то есть по документам все в порядке. Ага. Ну а если паспорт внутри или нет, они не знают, да? Нет, потому что пленку по законодательству нельзя открывать. Ну а вот официальное представительство в Киеве сказало, что вроде у них видно, да, когда присылают матрасы, что у них видна, виден паспорт прямо через пленку, правильно? Да, в Киеве так ответили. Угу. В Киеве так ответили. Ну, я не знаю, что в Киеве, что там в Киеве, где они, это же, может, не с города Ковров, они... Нет, они с городом Коврова, они о нем понятия не имеют. Да. Но у города Ковров есть официальная лицензия. Это я читал, да, я знаю, я это читал. Ну, да, вот, одно дело лицензия, другое дело, что они там штампуют в том городе, понимаешь, что они туда тычут внутрь. Ну хорошо, гарантия там все в договоре. Все остальное прописано в договоре. Гарантия 10 лет, если я не ошибаюсь, я читала. Гарантия 10 лет, если что-то не так, то ты обращаешься в магазин, и они решают. Каким образом решают? Они забирают его, новый дают. Это все надо проговорить, прописать. А каким образом, вот если что-то не так, решается проблема? Если... Ну вот матрас прогнулся, получилось расслоился. Или начал вот край матраса просаживаться, то есть нет пружин, дополнительных пружин нет, допустим. Потому что я вижу... Приезжают ребята, ты предоставляешь чеки, говоришь, что у тебя вот такая проблема, и совершенно приезжают ребята к тебе, фотографируют, отправляют... Киев, службу рекламации, связываются с производителем и решают этот вопрос. Угу. Вот. Гарантия складывает 10 роков. Гарантия. Я понял. Это прописано в договоре, вот, который передо мной. Угу. Вот. Форс-мажоры, конфиденциальность, захист персональных данных, все. Ну, значит, если сейчас вот Коля там придет, договор принесет, пусть все еще пройдется. Все копии документов, вот этих лицензий и выставков нам дали на руки, вы ознакомились, что посмотришь. Все, ну тогда пусть оплачивает и пусть доставляют. Ну, что такое, я Коля, если все есть, особенно поинтересуйся вот края матрасов, потому что я смотрел ролики, что разбирали эти... ковровские кинхойлы, что там вот эти пружины как растягиваются, что они не сбивают их, и там, почитай, два ряда нету. Со временем сбивается, и край матраса просто, как бы, знаешь, делается пустым. Понял? Вот, это первое. В любом случае, мы не сможем это посмотреть, он в картонке запечатан. Нет, это никак ты не сможешь посмотреть. Просто если будет проблема, что он начнет сбиваться и пустить, какие их действия? Они забирают его... Дают новый, возвращают деньги. Смотри, как они поступают так же, как и если вдруг тебя что-то не устраивает, где-то сломалось, где-то что-то провисло, они вызывают специалиста, который приезжает, фоткает, смотрит, отправляет это все на завод.
и завод смотрит, что с ним случилось, и рассматривает, или новый, или делать. Вот тут вот написано, форс-мажоры и споры, какие бывают тут вот в этом договоре, все расписано, то есть вдруг что-то есть там. Самое главное, что ты должен соблюдать все эти требования, которые написаны в договоре. То есть, значит, вот то, что написано, например, после вытягания матраса с упаковки ремонтируется обов'язково перед використанням провітрити протягом 48. Ну, то есть вот такое, понял? То есть... Это мы сделаем сюда, все сделаем. В любом случае, по документам, если вдруг что-то сломается в матрасе, есть и полное, это не полное право, как бы все, они это должны решить. Ну, тогда оплачивай, и пусть они доставляют. Да? Да. Но я спущу, если, не дай бог, что с ним случится через месяц, через два, ты там скажи, я 3 шкуры спущу. Давай, я дам тебе еще раз Ане трубку, и ты давай. Да. Ань, здравствуйте, мне все сказали, все показали. Смотрите, пусть Коля оплачивает, ну смотрите, если что-то с ним случится за 2-3 месяца, я спущу 3 шкуры с этого магазина и с вас. Хорошо. Все. Просто надо отвечать за то качество, которое вы как бы заявляете. Хорошо. Если, не дай бог, потом я его вскрою, и там будет ерунда внутри, то вы понимаете, что будет. Да, я вас все. Слышала. Спасибо вам. До свидания. А вот так и надо, ребята, потому что по-другому становится больно в одном месте. И вот у меня кровь идет от всех этих балачок, от всех этих нервотрепок. Я лежу в больнице и это все решаю в этом режиме. Фу. Вот мне скинули документы все. Все эти нервотрепки с коврами этими, с этими матрасами. Какой шикарный обед. Спасибо большое.